Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 93 на странице 37, рабочей тетради по математике для 3 класса, автора Маро. Мама положила пельмени на 3 тарелки, по 8 на каждую. 5 пельменей осталось в кастрюле. Сколько пельменей было в кастрюле сначала? Вычисли и запиши, что знаешь, выполнив каждое действие. Итак, нам известно, что мама положила пельмени на 3 тарелки по 8 на каждую. Значит, по 8 взяли 3 раза. 8 умножаем на 3, получается 24. 24 пельмени. П с точкой записываем в скобках. Мама положила. И еще 5 пельменей осталось в кастрюле. Положила 24, 5 осталось. Чтобы узнать, сколько пельменей было в кастрюле сначала, нужно те пельмени, которые положили, вернуть назад. То есть прибавить 24. Прибавляем 5. Получается 29. 29 пельменей. П с точкой записываем в скобках. Было сначала. И записываем ответ 29 пельменей. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под